Реинкарнация. Начинай все сначала. Рождение, детство, школа, взросление и тот же проход по граблям, но в новых условиях следующей жизни. Закон высшей справедливости управляет тем, что называется карма. Но он гораздо шире и жестче, чем представляется людям. Многие сейчас утверждают, что кармы нет, или нам навязали чужую карму. Чтобы сразу обозначить позицию данной концепции, в данное понятие карма вложен следующий смысл. Карма – это причинно-следственные связи. Это закономерные последствия после действия индивида. Если человек смотрит в телефон, идя по дороге, то рано или поздно он врежется во что-то. Карма бывает как положительная, так и негативная. Негативная карма – это поход человека в третий раз в первый класс. Это серийность однотипных ситуаций. Урок будет повторяться до тех пор, пока человек не поймет, что от него хочет Вселенная. Свобода.